Особое оживление можно наблюдать в эти дни в областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. Сюда уже поспешили ребята, желающие трудоустроиться очередным летом. Александр Потапович – один из них. Юноша является командиром строительного отряда, поэтому обо всех нововведениях всегда интересуется заблаговременно. Я на данный момент являюсь командиром строительного студенческого отряда «Энергия» имени Рокоссовского. Работал на Брестской молодежной и областной стройке медицинский комплекс. Также в следующем году планирую продолжать свою студенческую жизнь и двигаться дальше по объектам Республики Беларусь, помогать в строительстве строителям. Студотрядовское движение – одно из ключевых направлений работы Белорусского республиканского союза молодежи. Только в прошлом году в нашем регионе было трудоустроено около 4000 инициативных юношей и девушек. Они трудились на ключевых строительных площадках, работали вожатыми в оздоровительных лагерях, оказывали сервисные услуги. На 2022 год планы не менее амбициозные. Мы уже начинаем такой собирать пул наших бойцов студенческих отрядов, которые трудились на протяжении прошлых лет. Их уже готовим именно к нашему старту промо-проекта, который стартует 1 марта. Наш это промо-проект «Выбираем студенческий отряд», он ежегодный, нацелен именно на популяризацию нашего движения студотрядского и также выявление желающих трудоустроиться в третьем трудовом семестре 2022 года. Кстати, социальные сети как инструмент привлечения молодежи и ее информирования о наиболее актуальных предложениях и акциях уже давно используются в областном комитете. В прошлом году, чтобы сократить контакты с потенциальными бойцами студотрядовского движения, из-за пандемии регистрация желающих проводилась через аккаунты организации в соцсетях, например, ВКонтакте. В этом же году к перечню добавится и чат-бот. Мы пытаемся уже перенести это все в интернет-пространство. В прошлом году у нас были уже подобные попытки, и они, попытки эти удачные. В каждой страничке ВКонтакте территориального комитета были созданы вкладки «Вторичная занятость», где каждый человек мог зарегистрироваться и заполнить онлайн-анкету. В этом году мы совершенствовали эту систему, это уже будет чат-бот. Боты, где любой человек может подписаться на телеграм-канал и оставить свою заявочку, и чат-бот предложит им заполнить тоже эту анкету. Это очень быстро, в течение 5 минут можно будет оставить все данные, и у нас уже в республиканской базе, также в областной базе, мы все будем видеть каждого желающего, никого не упустим, каждому предложим свое место работы. Лето – это маленькая жизнь, говорят с любовью студенты. Провести это время можно интересно, насыщенно, а главное – с пользой. Это отмечают опытные студотрядовцы. Не упусти свою возможность. Старт компании будет дан уже 1 марта.